105 тысяч тонн овощей открытого грунта уже собрано с полей Волгоградской области. По валовому урожаю лидирует хозяйство Среднеахтубинского района, где проходит день поля. Сегодня все то, что мы производим, мы уже можем перерабатывать на территории Волгоградской области. А это говорит о том, что намного становится меньше рисков о том, что мы будем запахивать нашу продукцию. Средняя урожайность овощных культур составляет 27 тонн с гектара, что на 11% выше, чем в прошлом году на эту же дату. День поля и специализированная выставка-ярмарка «Волгоградский овощевод» не случайно проходят на полях крестьянско-фермерского хозяйства Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе. Муниципалитет лидирует в отрасли. На сегодняшний день здесь уже собрано 48 тысяч тонн овощей. Конечно, в этом году очень ощутимая поддержка идет от государства. Льготные кредиты не только сегодня, они и ранее данные были кредиты, сегодня привели нас к тому, что у нас хорошие результаты, мы добиваемся на полях. Участники мероприятия ознакомились и с новыми образцами сельхозтехники. Были показаны новые возможности механизированной высадки и уборки овощей. Компания FG Dynamics представила систему параллельного вождения, которая помогает фермерам автоматизировать их парк техники при минимальных затратах. В автоматическом режиме, когда трактор управляет сам, то есть делать ничего не нужно, поддерживая точность 2,5 сантиметра. То есть только на газ, да? Только на газ, да. То есть руки абсолютно свободны, можно следить за орудием. То есть водитель не отвлекается на дорогу, грубо говоря, не следит за рулем, а следит только за оборудованием. Ну, смотрите, сейчас переходим в ручной режим. То есть, когда доезжаем до конца поля, переходим в ручной режим. То есть, все, руль у нас теперь свободно крутится руками. Вот, да, то есть, разворачиваемся. Установка данной системы облегчает труд механизатора и при этом достигается 10% экономия посевного материала и ГСМ, что в нынешних условиях большой плюс для крестьянско-фермерских хозяйств Волгоградской области.